Дорогие владыки, отцы, матушки, братья и сестры, Христос воскресе! Сегодня, 18 апреля 2024 года, на царскую обитель, царский скит и близлежащие деревни и дома в них были совершены рейды прислужниками антихристовыми. В состав их группы входили инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники опеки, представители администрации, сотрудники так называемой полиции, ОМОН, СОБР, врачи и комитет по образованию Старомайнинского района. Его представителя. С Божьей помощью царский скит и дома, которые находятся у нас в деревне, нам удалось отстоять. Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Что там? Что там? Здравствуйте. Полиция, органы опеки, так. УДН. Так, сейчас мы к вам выйдем. Да, давайте. Предупреждаю, ведется. Грязь. Да, стой, фу. Фу. Видеофиксация. Снимай. Так, представьте, пожалуйста. Представьтесь. Снимайте. Сейчас органы опеки подъедут с администрации. Да, да. Они будут, хотят проверить условия, как проживают дети. Да, да, да. Вы представьтесь сначала. Я здесь как сотрудник, который сопровождает. Я заходить не понимаю. Буду. Я понимаю. Ну, вы же непосредственно приехали. Грей, фу! Вот вас, этого человека, помню. Когда вот наших братьев и сестер в отделении старомайновском подвергали насильственным действиям. Вот этот человек непосредственно присутствовал, по глазам прям даже узнаю. Да. Что вы не имеете права на лицо снимать. Нет, нет, мы фиксируем вас на момент неправомерных действий. А какие неправомерные? Не знаю. Я не знаю, чего от вас ожидать. Вы можете отойти вот отсюда, да. От этого объектива. Мы снимаем происходящую ситуацию. Лицо, пожалуйста, вы можете вот так снимать? Ну, нет, мы снимаем происходящую ситуацию. Вы если в кадр попадаете, Грей. То мы за это ответственность не несем. Нет. Нет, вы можете просто отойти в сторону. Не могу. Вы свои видео распространяли, да, и ничего нашего согласия не спрашивали. Мы вас предупредили, что мы снимаем ситуацию. Если не хотите, чтобы ваше лицо попало в кадр, вы можете отойти в сторону. Я вам еще раз говорю, мое лицо, пожалуйста, снимайте. Все, мы снимаем отойдите, ситуацию. Если вы не отойдите. Хотите, чтобы вас снимали. Отойдите. Так, я не здравствуйте. Люди, я давайте, представьтесь, пожалуйста. Ведется видеофиксация, всех предупреждаем. Ведется видеофиксация. Фу. На момент неправомерных действий с вашей стороны. Почему? Ну, я не знаю, какие они будут. Меня зовут Екатерина Савлова. Так, вы кто? Ко мне обращались по поводу так. Семейного образования. Так, должность, вы кем работаете? Вообще-то у меня были уже несколько. Нет, мы на камеру это сейчас скажите. Начальник управления образования. Так, хорошо. Мне хочется посмотреть на ваших детей, потому что я обязана понять, живые они, не живые дети. Так. И процесс обучения. Основание. Это мое право. Как право? А наше право, закон, вы знаете, жилище. Образование. Жилище неприкосновенное. А я не претендую на ваше жилище. Нет, только мы вправе вас и не пускать. Так я и не собираюсь туда идти. Вы мне детей покажите. На каком основании? Ну что, они живы хотя бы. Они живы. Они живы, вот, мы со своих слов говорим, они живы. Но я тогда имею право подать на этих детей в розыск. Да ради бога. Вы можете подавать куда хотите. Но вы не боитесь о том, что вы будете потом задержаны, арестованы? А на основании чего? На основании того, что вы детей прячете. Может быть, вы над ними издеваетесь. Мы не прячем их. Если у вас все нормально, здесь мне покажите. Нет, смотрите. Чтобы прийти к нам домой и спрашивать, как у нас с детьми нормально, должны быть какие-то основания. Основания закона об образовании. Я пришла проверить. Как осуществляется семейное образование? Это мое право. Нет, так же, как у вас право, это на семейное образование не получить. Вот, мы получаем семейное образование. И, смотрите, наши итоги, результаты нашего семейного образования вы увидите по сдаче итоговых экзаменов наших детей. Хорошо, скажите, где вы собираетесь сдавать экзамены? Ну, я думаю, по месту проживания, если ничего не изменится.
Хорошо. У вас, я знаю о том, что ребенок один уже достиг возраста, когда он должен сдавать итоговую аттестацию, был в прошлом году. Так. Когда вы ко мне приезжали, вы написали заявление, что вы обязуетесь. Вы не явились к нам, не прикрепились к школе прошлый год. Вы сказали мне то, что... Подождите, вы... а я должен был прикрепиться? Да, это почему? Ваша обязанность. Подождите. Есть... Перед сдачей итоговых экзаменов моя обязанность прикрепиться к школе. Конечно. Правильно. Да. Когда мы писали заявление, в заявлении четко и ясно было указано дата сдачи итоговых экзаменов, там 25-й год прописано. Значит, перед 25-м годом мы к вам придем и скажем, в какой школе мы прикрепляемся и где мы будем сдавать итоговые аттестации. Вы меня тогда не услышали. Нет, я говорю, это вы, наверное, не услышали. Я это вам вы не еще услышали. Раз повторяю, чтобы пройти итоговую аттестацию в 9-м классе вашему ребенку, ему нужно прикрепиться не в момент итоговой аттестации, нет, а в момент промежуточной аттестации. Конечно, конечно. Тогда скажите, промежуточно... почему вы не прикрепились? Подождите. Промежуточная аттестация между 24-м и 25-м годом когда проходит? Согласно графику школы, которой вы прикрепитесь. Вот я и жду, когда вы прикрепитесь. Вы сказали не позднее весенних, вот это вот триместра весеннего. Вы сказали не позднее. Значит, у нас есть время еще это до весеннего. Да, нет, перед итоговой. До весеннего триместра, пока вы не заказываете там дипломы, вы так сказали. Значит, у нас есть еще время. Времени уже нет. До весеннего триместра. Подождите. До весеннего триместра. До весеннего триместра у нас есть время. 25-го года у нас есть время, чтобы прикрепиться к школе. Нет времени. Как почему? Нет? Потому что вы не прошли промежуточную аттестацию. А мы не обязаны проходить промежуточную аттестацию. Вы обязаны это делать, потому нет. что статья 40-я закона. Это наше право. Выслушайте меня. Это наше право. Я не вас кричите. Выслушала. Не кричите. Зачем вы голос повышаете? Есть закон об образовании, по которому все должны дети получать документы. Вы собирались получать этот документ. По закону конечно. Образования, согласно статье 40-й, вы должны не просто обратиться, вы должны исполнить основную обязанность, вашу обязанность, родительскую, предоставить детям образование. Конечно, мы предоставляем. Я не вижу. Так я вам сказал. Что вы его увидите? Аттестация, нет. Если не проходится ежегодно, на следующий год вы должны детей привести очно в школу. Это по закону прописано. Вы не обратились. Промежуточная аттестация – это наше право, а не обязанность. Нет, это ваша обязанность. Это наше обязанность право. Получить ребенком образование. Промежуточная аттестация – это наше право, а не обязанность. Я еще раз вам господа, говорю. Я вам еще раз говорю. Родители и присутствующие. Я вручаю официальное уведомление о том, что я уведомила родителей, что они должны прикрепиться к образовательной организации. А вы нас до этого еще уведомили? Да. Вы нас до этого еще уведомляли? Я повторно вас уведомляю об этом. Тогда, когда у вас были документы, когда вы мне предоставили, сейчас, конечно, вы мне не предоставите, вы скажете о том, что вы сожгли их, когда вели видеоотчет вот отсюда, здесь, с вашего двора. Да, а вы уверены, что это с нашего двора откуда-то велось? Или это ваше голословное утверждение? Еще раз назовите ваше имя, отчество. А, не собираюсь. Мы запрещаем видеосъемку. Да, мы запрещаем видеосъемку. Все, запрещаем не снимайте видеосъемку нас и аудиосъемку. И публикацию. Да. Не снимайте нас. Фамилия, имя, отчество. У вас все указано? Хорошо. У вас все указано. Так. И еще раз официально всем говорю, что у нас написано в комитете по образованию. Лежит наше заявление, в котором указано, что наш ребенок будет проходить, Смирнов Даниил Евгеньевич будет проходить итоговую аттестацию в 2025 году. Все, это все официально, документы есть и в комитете по образованию, в отделе по образованию Старомайнинского района. Еще какие-то вопросы? Председатель комиссии по главному совещанию Ленин, мы действуем в рамках 120-го федерального закона. Здесь присутствует социальная защита, органы полиции, медицина. Все они являются органами системы профилактики. Мы хотим убедиться в состоянии нормальном ли сейчас находятся ваши дети, живы, здоровы. Убеждайтесь наших слов. Понимаете, хотите много тоже, чем я хочу. А в чем проблема? Да проблем нет, просто мы не хотим пускать вас. Отпускать. Они могут выйти сюда? Нет, для чего? Для каких? Для того, чтобы мы посмотрели. Знаете, я вам... Вот, подождите, вы еще раз скажите еще раз, что, кто вы? Председатель комиссии по делам несовершеннолетних. А в ваши обязанности входит...
наблюдение за той ситуацией, когда дети испытывают там стресс какой-то определенный, определенные какие-то ущемления. Подождите, подождите, я сейчас разговариваю. Я чуть позже. Входит в ваши обязанности? Какой целью спрашиваете? Ну вот вы же пришли ко мне, я интересуюсь. Вы представились, я интересуюсь. В ваши обязанности это входит? Отчасти. Отчасти. Значит, вот я вам официально заявляю, что дети наши страдают более вот от того, что вот сотрудники полиции, которые все знают и здесь находящиеся, приезжают, когда врываются в дом, срывают двери с петель, когда ребенок сидит и плачет, вот этим, вот за это лучше вот разберитесь. Вот когда у ребенка, я не договорил, когда ребенку наносится стресс, психологическая травма, не от того, что вы думаете, якобы мы там что-то с ними делаем, а вот именно от того, когда сотрудники так называемой полиции приезжают к нам домой посреди ночи, ломают дверь и вводят ребенка в эту стрессовую ситуацию. Вот вы в этом, пожалуйста, разберитесь. А не в том, что у вас какие-то есть там догадки и предположения. Хорошо, мы разберемся. Нет, сейчас да вы не разберетесь. Вы видите ситуацию. Вы понимаете, когда мы писали заявление о неправомерных действиях сотрудника полиции. Почему же? А вы об этом не знаете? Нет, вот, так вот, вот в этом, так я вам сейчас уведомляю вас, спасибо. Лично уведомляю, вот разберитесь, данные, пожалуйста, хорошо, два раза, подождите, я не договорил, два раза сотрудники полиции приезжали со следственным комитетом, приезжали, вламывались домой, и вот на фоне этого, вот у ребенка может быть психологическая травма, а не на фоне того, что какие-то условия у них там неадекватные, как вы говорите. И вы говорите, что мы должны вывести детей вот сюда, вот когда он от одного только вида сотрудника полиции, который должен по закону защищать народ, а он только кошмарит, подождите, не договорил, кошмарит только вот наших детей. И если я выведу сюда, он от одного только вида сотрудника полиции, так называемой, вот его формы, испытает стресс, потому что он же не единожды побывал в этой ситуации. И он уже просто вот лютой ненавистью просто ненавидит вот вас, сотрудников полиции, которые вот кошмарят. Вот все. Запрещаю снимать. И распространять вопрос, тем более. А, все-таки опять же к нам. Да, опять же к нам, да. Поэтому у нас есть здесь здравоохранение. Они не в полицейской форме. Они могут пройти и посмотреть. А, хорошо, подождите. Значит, по здравоохранению. Сейчас я официально заявляю также на камеру, что когда мы, наши братья, которые получили побои в отделении полиции Старомайновского района, где присутствовал вот этот вот товарищ, вот этот вот, может быть, тоже товарищ отчасти кому-то из них, вот, когда они наносили побои нашим братьям и сестрам, когда снимали штаны и пытались изнасиловать одни из них, когда били вы не перебиваете? Людей, утверждаете когда, этот факт? Я склонен верить. Подождите, я там непосредственно присутствовал. Вас решетки меня не пускали. Через решетку. Не перебивайте. Вы не было. Я склонен верить словам своих братьев и сестер. И склонен верить побоям, которые были на них телах, а его не перебивайте, побоям, которые у них находились на телах. Вы не перебивайте, на телах. Перебивайте. На следующий день мы вызвали карету скорой помощи, чтобы снять побои. Вот вы как медик тоже зафиксируйте, пожалуйста, это. Чтобы снять побои с наших братьев и сестер. Мы отвезли их в районную больницу Старомайновского района, в Старой Майне. Отвезли. И там ничего не сделали. Когда у человека локоть не разгибался, когда у человека был вывихнут практически палец, у человека множественные ушибы были, у людей у троих. Ничего сотрудник, медицина ваша не сделала, ничего не сделала. И сказала, что все нормально. И нас также безосновательно забрали, опять также в это отделение полиции, продержали нас практически 3 часа. Вот, о каких правомерных действиях вы вообще можете говорить? Здесь все находящиеся. У нас, вы не видите ситуацию, какая происходит. Какой беспредел со стороны сотрудников полиции происходит вообще сейчас здесь. Эта ситуация будет, я не договорил. Эта ситуация предана сейчас. Сейчас непосредственно огласке по всей России. И сейчас это занимаются страны. В организации ООН за рубежом занимаются именно вот этой ситуацией. И будет предаваться огласке. Каждое ваше действие неправомерное. С вашей стороны. Скажите, что мы сделали неправомерно? Я приехала посмотреть на детей.
Это мое право. Подождите, а наше право вам не показывает. Это наши дети, не ваши дети. Это не ваши. В смысле, что? Ваши дети, вы приходите и ваших детей смотрите. А наши? А наши дети? А наши дети? Где вы подтвердите, что это ваши? Вот мы сейчас вы можете много чего говорить. Мы уже много чего можем говорить. Хорошо, 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 смотрите. Вы спрашиваете, чем я могу подтвердить? Вы можете сделать официальный запрос, как это делается у вас. По форме 1 установить нашу личность. Сделать официальный запрос в отделение ЗАГС Благовещенского района, город Благовещенск, Амурская область, о том, что зафиксировано было рождение одного и второго ребенка, и что эти дети принадлежат нам. Это доказано по суду. Суд города Саранск, делайте запросы. И суд официально доказал, что я, Смирнов Евгений Валерьевич, являюсь отцом. Вот скажите, спасибо, подождите, отцом Смирнова Данила Евгеньевича и отцом Смирновой Анастасии Евгеньевны. А Смирнова Наталья Сергеевна является матерью Смирнова Даниила Евгеньевича и Смирновой Анастасии Евгеньевны. Что вам еще нужно? Вы можете обратиться за решением суда. Вот это... Сейчас надо, а где они сейчас у вас? Кто? Дети ваши. Дома они. В окошко выглянут. В окошко полностью выглянут хотя бы. Да, ну если надо, выглянут. Покажите, что они живы, что они живы, ничего нет. А вы действительно переживаете за состояние детей? Или вам спущена директива сверху, чтобы вы все-таки сюда пришли? Я не работаю по директивам. Да? А мне кажется, вся система Российской Федерации работает по директиве сверху. У вас, понимаете, у вас вертикаль власти. Вы не можете. Вы не можете сейчас говорить, что вы не работаете по директиве. Можете, вы скажете. Кто-то мне какие-то еще вопросы есть? Да. Покажите нам детей. И все. И вы поедете. И следующий вопрос. Ага. Вы говорите, что вы организовываете семейное образование. Конечно. Вы собираетесь давать промежуточную аттестацию? Нет, не собираемся промежуточную аттестацию давать. Мы собираемся давать итоговую аттестацию в 2025 году. Вас до итоговой аттестации не допустят. Пока вы не сдадите промежуточную аттестацию. С этим мы тоже будем, оспаривать. Хорошо. Тогда встретимся в суде. Другой вопрос. Судья? Конечно. Наши интересы будут предоставлять адвокаты. Сейчас, если честно, адвокат уже оповещен о том, что вы приедете. Потому что нас оповестили, что вы приезжали туда. Адвокат оповещен. Он как раз этой ситуацией будет заниматься на основании вот этой вот этого видео. И не только этого видео, он там на столбе тоже висит. Камера, которая вас снимает. Что у вас да. есть такие адвокаты, вы снимаете. Да. Мне вот хотелось бы еще узнать, как дети ваши обучаются. У них есть учебники. Все, у них все есть. А какие учебники? У них все вы есть. Вы понимаете о том, что... Я все прекрасно понимаю. Вы сейчас хотите, хотите сказать, что мы вам, не предоставив сейчас наглядно какие-то учебники, не можем дать гарантии, что наши дети обучаются и должным образом подойдут к сдаче итоговой аттестации, верно? Нет, неверно. А, ну-ка скажите тогда, что... Я должна понять, какие учебники вы используете, для чего, для того, чтобы соответствовать программе, тому, по которой вы учитесь или нет. Вот это вы узнаете при сдаче итоговой аттестации. Я не допущу вас до итоговой аттестации. Это время покажет. Оспаривать так же. Это же вот так же. Мы это решение будем ваше также оспаривать. С помощью адвоката, у которого есть доверенность представлять наши интересы в суде. Вы можете это говорить, но как да это я вам один раз могу сказать, если вы услышите, я вам могу сказать один раз всего лишь. Один раз. Я три года вас слышу. Если вы услышите, мне больше незачем будет вам ничего говорить. Детей просто услышите. Детей нам покажите хотя бы из окна. Что они живы и здоровы, что с ними все давайте. Так. Я поняла, не что вы хотите из детей сделать это работу. Самое, уронить ее, у вас вес сильно такой вот, это, грузный. Но это только он один, у вас есть еще дети. Да вы не переживайте, все же будет, все хорошо будет. Можете присесть, пока вот они там. Ну как-то, знаете, выходят. Не хочется. Не хочется? Ну сейчас, подождите. Вот, угу. Ближайшее время. Ну эти чище, Мы же дом не были, не знаем, что там у них внутри. Спросите тех, кто был у нас и 15 февраля, и 10. Что ваши дети в порядке себя чувствуют нормально. У нас даже юбилей был. Два месяца, как они к нам ворвались. Какого месяца? Февраль, вот апрель. Конечно! Салют пускаем. Ну посмотрите, вы же хотели посмотреть. А еще девочка где? Что-то он быстро показал. Настя, вот. Все живы, здоровы, что же вы? Ну пусть они хоть слово скажут. Ну, ты хочешь, господи, помилуй. Вас не обижают? Нет, никто не обижает, все хорошо.
Вот если бы вот не приезжали бы, вот вы, было бы еще лучше. А какие учебники у вас будут? Нужные. У нас нужны учебники. Вы задавайте, пожалуйста, вопросы не нам, а не детям. Не перебивайте, пожалуйста, детей. Нет. Мы хотим пообщаться с детьми. Нет, вы хотели только посмотреть. Все, закрывайте. Это уже другое. Все. Посмотрели, вы, хватит. Пожалуйста, не противоречите своим словам и действиям. Я понимаю, что вы везде уже все знаете. Вам конечно. Конечно, я проконсультирован. Вы скажите, вы о своих детях заботитесь? Вот знаете, наши дети, смешно по вообще мнению их детей, и по мнению, я думаю, нас, и окружающих нас людей, которые никак не относятся вот к вашему сейчас окружению, самые счастливые. Потому что они имеют здоровое питание, они имеют образование от своих родителей, которые видят их потребности, видят их какие-то недочеты именно точечно, а не так, когда в этот 30, подождите, я еще не договорил. 30, когда 30 человек обучает один учитель. И я же вам говорил, почему мы переходили на семейное образование. В тот момент, когда вот этот вот якобы в кавычках коронавирус там накрыл всю планету, всех детей перевели на домашнее обучение, на дистанционное, которое вы, как педагог, должны знать, что это просто пагуба для детей, что это просто не образование, это деградация детей. Когда они сидят, когда мой ребенок просидел месяц за компьютером, 12 часов в день, это было дистанционное образование. И вы, как медики, пожалуйста, подойдите. Медики, слышу, вы здесь? Слышу. Да вы не слышите, не видите. Скажите, пожалуйста, сейчас на камеру, полезно ли подростку, ребенку заниматься за компьютером 12 часов в день без отрыва? Никто не заставляет. Не, подождите, я не говорю про заставлять. Полезно ли? Нет, не очень полезно. Не очень полезно. Да. Вот и мы, как родители, которые заботятся о своих детях, тоже считаем, что это не полезно. И поэтому мы воспользовались своим правом по 17-му, по-моему, федеральному закону об образовании, воспользуясь правом и перешли на семейное обучение, видя, как вот это дистанционное обучение пагубно влияет на здоровье и физическое, и психологическое наших детей. Вопросы. Вопрос следующий. Почему сейчас вы на очный не приходите? А кто-то отменял его? Очный? Нет, кто-то отменял этот коронавирус. Он как ушел, так и пришел. Нет. Ну подождите. А куда он же делся? Скажите, куда делся он? Когда он повально был у всех, и потом по одному щелчку раз и пропал. Ну мы же вот перед вами стоим здоровы. Хорошо. Вам спустят директиву одеть маску. Воденьте маску и скажете, коронавирус в стране. И повально переведете всех на дистанционное обучение. Я не хочу дергать своего ребенка отсюда и туда. Я хочу довести его грамотно до итоговой аттестации. А там, если вас не удовлетворит это, мы будем уже разговаривать предметно по каждому вопросу. Предметно вопросы. По каждому вопросу мы будем смотреть сейчас в суде. Если, конечно, если конечно, конечно. Я согласен, согласен с вами. Мы вынуждены будем, мы вас предупреждаем, все, что мы вынуждены все, будем. Все, я говорю, я с вами буду разговаривать предметно. В суд. Который это ваше право. Будет рассудить нас. Я конечно, говорю, это ваше, раз, это ваше право. Я ничего не буду даже принимать тогда у вас. Я не знаю, что там такое. Управление образования плюс первый заместитель. Мы подписываем, то что вы так-то подписали. Конечно, я не знаю, что вы там и даже читать не собираетесь. Я предоставлю эти документы. Все, это ваше право. Мое право, мои права будет представлять адвокат. Хорошо. Для вашего Бирюкова Татьяна Евгеньевна. Хорошо. Еще для раз вашего адвоката и вам еще раз зачитываю уведомление о том, что... Первый раз. Еще раз. Нет, зачитываю. Вы нам не читали еще. Ну, сегодня нет. А когда? А зачем вы сейчас зачитываете, да, если оно у нас уже есть? Мы уже отвечали на него. Потому что вы не обратились. Да, зачем повторно? Я вам еще раз говорю. Но мы не хотим это. Вы даже не слышите, о чем я вам говорю. Ну нет, если вы повторно, что мы должны прикрепиться к образовательной организации. Да, вы же уже отправляли. В этом уведомлении указаны все образовательные организации. Да, да, мы знаем. Также я вас уведомляю о том, что в случае непредоставления документов о прохождении промежуточной аттестации в 2024 году ваш ребенок должен быть зачислен в образовательную организацию для очного обучения, иначе мы вынуждены будем обратиться в суд. Ваше право. Ваше право. Так же, как и все остальное. Ваше вы право. Распишетесь? Нет, конечно. Вы отходите, отказываетесь? Конечно, отказываюсь. Хорошо, конечно. Я не подпишу. Знаю, что там. У вас есть понятые, довольно-таки достаточно много человек, которые могут подписать это все. Вы, мы, все, да, свободны. Вы можете? Доброго. Нет, сейчас вы получите. Чего? Да зачем мне получать? Я даже не буду получать ничего это.
Мне никто не собирается от вас ничего. А почему все почему по машинам сидите? Половина. Ну, а что, может, на санках нам приедет? Не-не-не, почему не уходят-то все? А, это водители, да? Не, ну больше народа, больше свидетелей, может. Всего доброго, до свидания. Один. Это экземпляр ваш. Мы, не надо здесь оставлять, зачем? Смотрите, снимайте. Мы ничего здесь не видели. Какую-то бумагу нам сунули, ничего нам мы не вручали. Снимай на камеру. В руки нам ничего никто не дал. Нет, нет. Есть почта, она еще до сих пор действует. Отправьте по почте. Отправляйте по почте. Возьмите, пожалуйста, и отправьте почту. Нет, это берите и отправляйте. Бумагу. Может, она чем-то... Нет, забирайте это. Забирайте, пожалуйста, вот это вот уведомление. Забирайте его. Отправляйте по почте. Отправляйте по почте. Мы ничего не получали. Ну, разберемся обязательно. Конечно, ведь мы тоже факт зафиксируем. Да ведь не фиксируют что-то. У вас же есть гаджеты, надо же фиксировать. Не, ну может фиксируют. Может фиксируют. Зачем? Я знаю, это все зафиксирую. Если вам не нужно зеркало, почему вопрос такой? Я вам говорю, да, это зафиксирую, что зеркало открыто. Ради бога, ради бога. Вы сейчас для чего подошли? У вас вопросы какие-то? Да, снимаем, уж соседи, может, какие вопросы. А кто здесь соседи? Ну я же откуда знаю. А вы даже соседи не знаете, кто здесь. Ну, господку подошли, посмотрели. Вы зачем сюда подошли? Посмотреть, чтобы вы ничего не сделали. Вопрос кому-то, может, кому-то вопрос есть, может, какой-то вам что-то. Нет, зачем вы мне задаете вопрос? А мне вот узнать, с какой целью сюда подошли. Ну, мы вот сюда... А я могу не отвечать же вам, правильно? Мы с вами напик сюда подошли узнать. Какой-то вопрос такой же, как вы к вам подъезжали. Какому? По образованию детей. Ага. Как они обучаются, узнать да. хотим. Подошли к соседям. А вы с какой целью сюда подошли? Ну, мы видим скопление какой-то людей подошли и поинтересоваться. Проявить отойти, когда курица. Мы не курим, очень восприимчивы к этому. Нет, вы вопрос задали, отвечаю. А вам сложно? Я дальше продолжаю свою речь. Нет, вопрос задали, отвечаю. Вы дальше можете. А мы вот так диалог будем вести, да? Я вообще не хочу с вами диалог никакой вести. Вот я, пожалуйста, вот я тоже не вижу смысла. Так вы сейчас подошли. Вы сейчас подошли ко мне. Я узнал цель-то вот сюда подошли. С какой? А мы у вас узнали. А я же объяснил. Ну, хорошо, а мы подошли зафиксировать. Что здесь за такое собрание? А я же вам объяснил. Это не собрание. Эти же люди были у вас 3 минуты назад. Ага. Так, и ничего не изменилось. Ну, добрый, дальше что? Ну, дальше я же вам объяснил все. Ну, дальше. И вы меня не слышите. Ну, дальше что? Вы меня не слышите? Нет, ну дальше что? А? Ну, что дальше? Ну, я вот узнал, с какой целью вы сюда подошли. Ну, подошли, гуляем. Гуляете? Да. С телефоном? Да. А почему без телефона нельзя гулять? И снимаете всех подряд людей? Да почему? Улицу снимаю. Да, улицу снимаю. Сейчас да. просто мое лицо снимаете. Ну, я отойдите. Должна лицо. Отойдите. В сторону. Не будем вас снимать. Ну, отойдите. Вы ко мне подошли. Зачем а вы ко мне для подошли? Них возьмете документ? А? Для них возьмете документ? Да нет, почтой конечно. Также отправляйте все. Почтой. У вас же есть же почта. Есть сейчас электронная почта. Есть почта России. А дайте нам их электронную почту. Откуда я знаю, какая? Это же ваши соседи, вы говорите. Ну, что у нас соседи, там соседи. Нет, есть. Ну они такие же, как и вы, у них стоит. Такие же иконы висят. Ну, пойдем туда, мы туда подойдем. А вы за нами бесконечно? Просто ходим. Ну, пойдемте, машину покатаемся. Ну, катайтесь, я пешком хочу погулять. Ну, давайте, пойдемте. Ну, пойдем. Ну, пойдемте куда? Туда пойдем дальше. Ну, мы сюда пойдем, туда пойдем. Не, ну вы же говорите, за нами будете ходить. У вас вам интересно? Да. Вы за мной будете ходить сегодня целый день. Нет, зачем? Я по улице хожу. Вы же сами сейчас сказали, будете со мной ходить. Мы будем ходить по улице, если вы будете по ней же ходить, тогда получится, что мы будем ходить вместе. Логически. Нет, получается, вы будете ходить за мной. Да это можно бесконечно говорить. Если вы по тому же вопросу просто отправляете почтой, и все. Абстрагируйте. Ну и все. Почему представляете? Они вам доверены сдавать, представляете их интересно? Какое? Представляете их интересно? Да мы их не представляем интересно. Ну как же? А тогда говорим, если по этому же поводу, точно так же почтой отправляете. Если есть вопрос, задайте сотрудникам полиции, сотрудникам... А мы не имеем права здесь стоять. А? Мы не имеем права здесь стоять. Мы просто хотим, кстати, не я нравится. Понимаю, я говорю, мы не имеем права здесь стоять. А вот почему на частной территории стоит? Не на частной, мы туда не дошли. Мы не дошли туда. А вот это не частная территория? Нет, это мне кажется, дорога к кадастру относится, да? Ну это надо поднять кадастровую. Ну давайте, да, надо поднимем. Нет, поднимите. Поднимите, да. Да, поднимите. Уж будьте добры. Обязательно, обязательно. Да все. Есть такой человек. Крылья. Все тогда что? Идите тогда домой.
Но мы сами решим, куда мы нам сами идти. Решим, куда сходить. Не надо нам. Не запрещено же. Мы не просили ваши подсказки. Свободная страна. Им подсказывайте, куда идти и как идти. Как ваш супруг только сказал, два было хорошо, а две лучше. Вот он мне сейчас подсказывал, что мне надо машину сесть. А вот вам сейчас подсказывают, что вы пройти. Ну, это мы, ваше личное мы решение, вольные, принимать эту подсказку или нет? Подсказки, а вольные нет. Игнорировать ее. Да. Наверное, так. Вы не вольны. Мы не вольны? Нет, я сказал, что вы вольны. Я сказал, что вы встречались. Почему не вольны? Нет, я понял. Вы такого бы никогда не сказали. Да. Я знаю. Давай сюда пойдем. Угу. Снимай это. А, ты Леонид Андреев, что ли? Да что же у нас сотрудники так и не угомонятся? Причем здесь Анастасия Евгеньевна? Здесь Андрей, заходи. Андрей, что такое? Что говорит? Да нормально. Пошлите туда. А мы пойдем по дороге, все знаете, знаете. А что такое? Зайдите. Зайдите. Закрывайте. Они вопросы вам предоставляют. А этих соседей вы знаете, да? Каких? Вот эти. Братья и сестры. А всех братьев и сестер вы не знаете. Я не знаю, кому вы подъезжали. Не помню. Да. Все. Идем к вам. Так мы здесь. Ходите. Давай сначала на Чарское. Ради бога. Кто уехал? А кто уехал? Вы? А мы? Они уехали? Ну, как не уехали? Здесь виднее. Кто-то порешает, отдохнут. Вам помочь? Я справляюсь, вроде как. Если нужна будет помощь, я скажу, что нужно. Вам сейчас что-то помочь здесь? А зачем вы спрашиваете? Для какой цели? Тут с человеком разговаривают. Вы как-то хотите? Частный разговор тут под детей. Частный? Частный, я думаю, когда один на один разговаривают. Частный, общественный. Здесь это общественный. Как не общественный? Как не общественный? Потому что они между своими детьми обсуждают свои дети. Это вы тут две тысячи. Вопрос какие-то? Да что вы такой любопытный-то? Что вы так интересуетесь? Что вы так интересуетесь? Никто так не интересуется, как вы. Да стойте, ради бога. Можно, да? Вы просто чуть не на плечи к человеку залазите. Какому? Близко слишком стоите. А это как-то регламентировано? Расстояние между человеком. Ну, вам будет, наверное, неприятно, когда я буду вот так вот вплотную рядом стоять. И когда вы будете, например, вот на улице. Просто человеческий фактор. Так вы ко мне сами подходите. А? Я же к вам даже не подходил. Вы же ко мне сами подходите. Может, что-то случилось, узнать, подхожу, спрашиваю. А, ну не подходите. Вы же, вам же не комфортно эта дистанция. Поэтому не подходите. Вы же сами сказали, что вам не комфортно дистанция. Не подходите. Мне некомфортно, когда вы за этим человеком стоите. Гарантия личной безопасности, знаете, такой. Ну, я не знаю, может, у вас нож с собой. Ну, понятно. Я у вас личных догадок может быть, вот хоть отбавляй. Много их может быть. Да. Слава богу. 45. 633.
по-моему, нас на вот этой вот возили, на вот этой вот серой. Там дядька другой был. Этот более-менее водитель. Может быть, хорош. Не факт. 0,03. Да не, ну если вам боятся, давайте идти. Так, это беглец. Что они там смотрят? Я благодарен Господу Богу, что Он собрал нас, всех исповедников Русской Православной Церкви Царской Империи, под знаменем нашего царя и патриарха, владыки Зосимы. Yeah.